Россия находится в числе мировых лидеров в относительно новом направлении – аддитивных технологиях. В России разработано оборудование и материалы, позволяющие буквально печатать металлические детали самых сложных форм. Да, будущее уже наступило. По сути, вы сейчас можете создать в 3D-редакторе модель любой детали, засыпать в 3D-принтер нужный порошок и получить эту деталь в металле, причем очень прочную, пригодную для использования в реальных продуктах. И повторяю, это не какие-то там забугорные технологии, это наши разработки. Например, разработанная при участии Росатома система селективного лазерного плавления RusMelt. RusMelt 300M – это высокопроизводительная российская система селективного лазерного плавления, то есть послойное наращивание деталей нужной формы достигается путем плавления металлических порошков лазером. Таким образом, можно получать изделия сложной формы, при этом очень прочные, сравнимые с теми, что получаются методом лития. Производит это оборудование RusAtom, аддитивные технологии, отраслевой интегратор госкорпорации Росатом. Это неопытная разработка, это серийное оборудование. Его производство организовано на площадке НПО «Центротех», город Новоуральск. Этим оборудованием уже оснащен, например, образовательные центры «Эра», «Сириус», «Кванториум». Эти станки используются в частности для аддитивного производства медицинских имплантов. Но в реальности, конечно, все не так замечательно. Вы получаете не готовую деталь, а заготовку. Потом ее надо еще обработать, например, на фрезерном станке. И вот уже потом можно применять. В принципе, это нормально, ведь если такая же заготовка получается методом литья или штамповки, то ее тоже необходимо обрабатывать. Но как бы хотелось, чтобы, как в сказке, по щучьему велению, по моему хотению, испеки мне печь форсунку для двигателя реактивного. Засыпал порошок, кнопку нажал и получил на выходе полностью готовую деталь. И оказывается, и такое у нас тоже есть. Не знаю, есть ли подобное в мире, вероятно, что нет, но у нас такое оборудование производит концерн «Калашников». Группа компаний «Калашников» представила инновационное изобретение гибридный станок IZH-H600. Первый произведенный в России гибридный обрабатывающий центр, сочетающий аддитивные технологии и механическую обработку в одном станке. Работы по его созданию велись совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Фондом развития промышленности. То есть внутри станка сначала получается заготовка методом лазерной наплавки, потом она обрабатывается как в пятикоординатном обрабатывающем центре, на выходе получается полностью готовая к использованию деталь. Комплекс IZH-H600 позволяет изготавливать детали и сборочные единицы сложной геометрической формы, массой до 300 кг и габаритами 600 на 500 и 500 мм. Причем в одной детали можно использовать различные материалы. Грубо говоря, часть деталей может быть выполнена из титана, а другая часть из алюминия. Можно чередовать режимы аддитивной обработки и обработки резанием. То есть сначала наплавили, потом обработали, потом снова наплавили, потом снова обработали. И все это завязано не только в одном станке, но и в одном ПО. То есть все этапы выполняются в рамках одной задачи, одной программы. Помните лозунг «догоним и перегоним»? Так вот, по крайней мере, в ряде отраслей возникает чувство, что мы пошли другим путем. Мы не пытаемся догнать, мы просто сразу начинаем впереди всех. И догоняют нас уже они. По крайней мере, в аддитивных технологиях, похоже, это так. А что вы думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал.